За годы своего существования нацхолдинг «Казагро» проинвестировал 464 проекта на 300 миллиардов тенге. Сегодня это успешные предприятия, работающие на пользу стране. Одно из них – тепличный комплекс «Астана Экостандарт». Там выращивают экологически чистые овощи. Экологически чистые огурцы и помидоры собирают в этих натуральных тропических зарослях. Уход за ними словно за детьми. Запертые на зиму форточки, чтобы не простудились, теплый климат и искусственное солнце от нескольких сотен лампочек. Вода подается путем капельного орошения, а сами овощи растут в специальных минеральных ватах, откуда получают питательные вещества. Мы светим, досветка, мы кормим, капельное орошение мы греем теплом, создаем, мы создаем влажность, то есть у нас фоггеры есть, которые дают туманообразование, которое держит микроклимат, там влажность такую, какую надо. В целом, это единственный проект в Астане, созданный по такой уникальной технологии и один из 464 проектов, профинансированных нацхолдингом. На его реализацию через дочернюю компанию «Казагрофинанс» было направлено 1,5 миллиарда тенге. В целом, в рамках программы «Тепличный комплекс» по всему Казахстану было введено в эксплуатацию более 38 проектов именно по направлению «Тепличные комплексы» на общую сумму около 40 миллиардов тенге. Общая производственная мощность, которая составляет около 50 миллионов овощей ежегодно. Такие инвестпроекты «Казагро» реализует по всей стране. Это не только теплицы, но и птицефабрики, молочно-товарные фирмы, проекты по переработке зерна, мяса и многие другие. Во все это вложено более 200 миллиардов тенге. В этом году в планах у нас холдинга проинвестировать еще 68 проектов на 37 миллиардов тенге. Марла Манджолова, Избол Жамшитов, Астана.